какого текста я начинаю? Без текста. Подожди. Прическу что-то убраться. Очень уже там. Отмыли волосы. Вообще. Давай, сделай. Готовы? Можем. Мы случайно оказались. Еще раз. Начали. Пошли. Я обернулась, чтобы посмотреть, на что смотрит он. Но он смотрел на меня. Тогда я тоже стала смотреть на него. И увидела, как соскальзывает с неба большой красный диск солнца. Он засиял за его головой. Потом стал падать, заходя дальше в сторону. И мне вдруг показалось, что это валится у него с плеч голова. Это было так ясно, что я чуть не вскрикнула. Но потом свет за его головой исчез. Я еще яснее увидела его лицо. Я обрадовалась. А он подумал, что это я так хорошо играю, потому что опять стал меня хвалить. Я уже представила, что было бы, если бы он вдруг сейчас умер. Поняла, что тогда исчезло бы все, чего я ждала впереди, чем жила все это время. Вот тогда я почувствовала, что он уже вошел в мою жизнь. Не заметила, как съемка кончилась. Солнце село, мы поехали домой. В машине я сказала. Я не играла. Я о своем думала, и поэтому правдивой была. Я тоже о своем думала, ответил он. Потом, дома, я поняла, что в этот день, сам того не сознавая, он впустил меня в свое прошлое, вытесняя всех, кто был до меня. Вытесняя. И никого у него не могло быть, кроме меня. Никого и ничего. На чем я остановилась? Господи, но ведь только что думала. О чем я думала? Почему я волнуюсь? Все устроится. Устроится. Лика всегда считалась только со мной. Вообще могло произойти. Виктор идеальный муж. От такого мужа только моя сестра могла уйти. Надо, чтобы она подумала.
о том, что ее ждет. Вот, вот, вспомнила. Уходит тот, кто не успевает подумать о том, что его ждет. Чепуха. Я не знаю, как уходят. И не надо мне думать о том, как уходят. Надо думать о том, чтобы все вернуть. Обязательно вернуть. Только об этом. Вернуть, вернуть, вернуть. Господи, если б я знала, что меня ждет. Если б я только знала, что меня ждет. Нина. Знакомая песня. Нина. Откуда ты свалилась? Да вот, свалилась. А где мама? Мама? Мам! Вероятно, пошла на базар. По утрам кроме меня никого не бывает. Сашка в детском саду, отец на работе. А у тебя по утрам нет репетиции? Сегодня нет. Вообще не раньше 11, сегодня съемка была. Была? Да, с утра и до восхода, называется режим. Снимаем утро, получается ночь. Каждый день в 5 утра. Кошмар. Я тоже думала, что актриса просыпается утром и пьет горячий шоколад. О съемках не знала. Знаешь, еще давай снимем. Выхожу в кинозвезды. Вырос, Сашка. На отца стал похож. А год назад на тебя выходил. Еще 10 раз изменится. Надеюсь, в конце концов остановится на мне. А в гриме тебя нелегко узнать.
Вот это Нора? Нет, это Лика из бедного Марата. Нора, вот. Фотографии принесли сегодня. Вот еще. Это Чайка. Мы дошли только до генеральной. Хорошо фотографии остались. Господи, что за роль? Провалили. Не надоел театр? Я от своей физики устал. Хочется делать что-то другое. Так делай. Не знаю, что. Бросить то, чему училась, чем столько лет занималась, трудно. Хоть понимаю, что можно. А раньше не понимала. Вот когда ты бросила свою аспирантуру и пошла в театр, не понимала. Ждала, что через год бросишь. Теперь о тебе в газетах пишут. Несколько раз читала. А вот на сцене ни разу не видела. Только на дворовой. Когда ты еще сама не знала, что станешь актрисой. Я всегда знала. А зачем же тогда в университет шла? Дура была. Знать бы все заранее. Ой, я не спросила. Ты ведь, наверное, не позавтракала. Я позавтракала. Нет, я чай поставлю. Я позавтракала. Я поставлю. Почему я волнуюсь? Все устроится, устроится, устроится. Лика всегда считалась только со мной. А что вообще могло произойти? Мать дала телеграмму, что ты ушла от мужа. Ерунда! Ты не ушла? Ушла, не ушла, дело не в этом. Потому ушла, что дело не в этом. А в чем? Байрам. Какой еще байрам? Байрам. Праздник весны у мусульман. Один старик мне на улице сказал. Остановил. Извините, говорит девочка. Сейчас твой байрам наступает. Так и сказал твой байрам. Береги, говорит, себя. Не продешеви. Тебе большой покупатель нужен. Тебя это обрадовало? Я накрою на веранде. Ты знаешь, 3 месяца тому назад я бы обиделась. Сейчас обрадовалась. Из всего, что он сказал, я поняла, что понравилось. В последнее время я чувствую, что нравлюсь. Ведь приходится нравиться всем. Видишь, мне не стыдно об этом говорить. Что же ты ответила старику? Сказала, что покупатель есть. А в гарем тебе не хочется? Можно в гарем. Главной женой. Сначала все главные. А потом? А потом детей надо кормить. Правильно. Иначе для чего замуж? Иронизируешь? Да. Я рада, что ты приехала. И я рада, что у меня такая красивая, такая умная, такая молодая сестра. Я рада, что она стала еще красивее и еще моложе. Ты хотела сказать умнее, но раздумала. Да. А я в самом деле стала умнее. Да это Бог. Я в театр пошла, чтобы чувство куда-то деть. А сейчас не пошла бы? Может быть, не пошла. Так, может быть, бросишь? Скажет, брось. Иди за мной.
Стираю рубахи. Брошу. Не говорит? Нет. Женат? Нет. А что же он говорит? Ничего. Остряк. Мама тебе обо всем написала? Мать дала телеграмму. Теперь понятно. Она, вероятно, пошла тебя встречать. Хотела все рассказать, прежде чем ты домой попадешь. Мать дала телеграмму, что ты ушла от мужа. Нина, ты не торопись только. Рецепты на все случаи жизни есть. Потому как ты вошла, я это поняла. От мужа уходить плохо, семью разрушать плохо. На то говорить вернуться, для этого ты приехала. Не обижайся. То, что со мной за эти 3 месяца произошло, от этого, может быть, жизнь моя иначе пойдет. Я это уже чувствую. Ты мне поверь. Тогда поймешь. Ты всегда искренна. Вот этого я и боюсь. Ты права. Твоя жизнь может пойти иначе. Но не только твоя. Твоего сына, всех вокруг. Матери уже трудно. Отец не сможет уйти на пенсию. Но дело, конечно, не в этом. Это я просто объясняю тебе, почему не только твоя жизнь изменится. Что касается твоей жизни, это мы сейчас спокойно обсудим. Спокойно, без эмоций. Потому что, когда думаешь, как жить, нужно думать. И чувства здесь ни при чем. Хочешь музыку? Нет. Почему? Потому. Хорошо, что дома никого нет. Нина, я тебя только очень прошу, ты, пожалуйста, говори. Так, как будто бы ничего измениться не может. Потому что ничего измениться уже не может. Я намного старше тебя. Я 10 лет замужем. И, вероятно, я лучше тебя знаю. Что такое жизнь и как сделать, чтобы... Чтобы быть счастливой. Ты это хотела сказать? Вот и остановилась. Ты не уверена, что знаешь. Даже наоборот, ты уверена, что не знаешь этого. Потому что ни разу до сих пор тебе не было так хорошо, чтобы ты назвала это счастьем. И ты уже думаешь, что счастье – это когда просто и спокойно. А все, кто думает иначе, только преувеличивают это спокойное и хорошее. Так? Я хочу, чтобы ты вернулась к мужу. Уговаривать тебя глупо. Я просто уверена, что ты думаешь сейчас неправильно. Вернее, ни о чем не думаешь, не успеваешь подумать. Это можно понять, но нужно, чтобы это поняла ты. Вот ты сказала, что я не уверена в счастье или что-то в этом роде. Мы впервые так говорим. Я хочу тебе рассказать, что было со мной. А может быть, и до сих пор еще не прошло. Во всяком случае, он до сих пор еще не женат. Мы встречались больше года. На последнем курсе. И потом до самого того дня, когда я вышла замуж и уехала. Он нигде не учился. Зачем институт, если не знаю, чего хочу? После школы сразу в армию пошел. После армии отец мог определить его медицинский, отец крупный врач, доктор наук, а он свое песенки сочиняет и поет.
Из-за этих песенок мы и познакомились. Его к нам в институт позвали на вечер. Студенты за ним табунами ходили. Песенки хорошие, ничего не скажешь. Пел он их хорошо. Только вот никто, кроме студентов, этих песенок не признавал. А ему это было безразлично. Конечно же, он мне понравился. Высокий, красивый, поет, все аплодируют. У меня, естественно, голова закружилась. Ну, как-то все шло к тому, что мы поженимся. И вот, когда я поняла, что не сегодня-завтра он мне скажет об этом, села я тогда и подумала. Любовь, конечно, пройдет. А что же останется? Да почему пройдет? Любовь пройдет. А что останется? Профессия у него? Нет, он ни разу в жизни куска хлеба не заработал. Отец и мать доктора наук. Все для него. У него была даже своя собственная спортивная комната со шведской стенкой. Ну, как мы с тобой росли, знаешь. Но отец сделал все, чтобы дать нам образование, и мы ему за это навсегда обязаны. Но дело, конечно, не в этом. Вины тут ничьей нет, а вот есть факт. Вот жизнь и вот жизнь. Можно их соединить. Так, чтобы получилась одна общая жизнь. Получится ли, выйдет ли одна общая жизнь? И я решила, что не выйдет. Хотя люблю, и в этом мне было ясно. Да, к чему это все говорю? А вот к чему. Теперь у меня хорошая семья. Муж умен, понимает меня с полуслова, любит. Вырос он, как и мы с тобой, без шведской стенки. Мне с ним спокойно, надежно, и дочка у нас растет спокойно. Ты скажешь, я вышла без любви? А что бы было, если бы я вышла замуж по любви? Давно бы разошлись, я стала бы старухой. И его бы измотал, и, может быть, даже он перестал бы песенки писать. Нет, подожди, ты подожди, я еще не кончила. Я о главном хочу, наконец, сказать. О тебе и о том, что с тобой происходит. Конечно, как я это понимаю. Да вот об этом я тебе сама расскажу. Если хочешь, именно так, как ты это себе представляешь. Вышла дура удачно замуж. Муж как муж, вполне приличный. В меру добрый, в меру умный. Физиология в порядке, анатомия тоже. Даже красив, так сказать, в дополнение ко всему. Что еще? Отец директор завода. Сына воспитал вполне универсально. Любая жена подойдет. Даже дочь плотника. А дочь плотника... Вот возьми и не подойди. А ведь спокойно. И нормальная квартира. Это после 20 лет вот этой хибары. И машина «Волга», и по воскресеньям на охоту, и даже в университет на лекции тоже на машине. Всеобщее внимание и обожание, еще черт знает что. А она, то есть я, то и дело от всего этого убегает. Будто для того, чтобы сына к деду с бабкой сводить. И потом из этой вот своей халупы, да во всю ту благодать, возвращаться не хочет. И возвращается, когда через день или два за ней, опять же, на машине «Волги» приезжают. Отец пьяный, Сашка от страха плачет, мать в слезах. Дела бы пример сестры, живут как люди, муж, семья, а ты что? Ты посмотри на себя, бродяга, для того ли мы тебя растили, чтоб ты нас позорила? И еду. Еду. Сажусь в машину и еду в роскошный,
апартаменты. Так месяц. Год, два. Чувствую, что схожу с ума. Что могу поджечь этот дом, бежать куда угодно, в клетку к тигру. Теперь все это кажется смешным. Смешно, что так глупо жила. Теперь одна мука и одна трудность. Как прожить часы, минуты до встречи с ним? Перед этим ожиданием, а потом перед той радостью, когда его вижу. Смешно все, что до сих пор казалось жизнью. Ничего другого я не ожидала. Нет, нет, ты не перебивай, я тебе все по порядку расскажу, потом говори. Как я его впервые увидела. Он искал актрису для фильма. Я не сказала, что он режиссер. Он режиссер. Кинорежиссер. Ему нужно было лицо женщины, которая любит своего погибшего мужа и будет любить всю жизнь. Теперь ты понимаешь, почему я должна была родиться именно с этим лицом, которую я ведь всегда ненавидела, считала некрасивым. Я теперь люблю, потому что не будь его, он бы меня просто не заметил. Потом он сказал, что в моем лице он нашел все, что так долго искал, уже не надеялся найти. Особенно про глаза говорил, что они полные света. Я сама стала верить, что в глазах моих свет какой-то. Помимо света в глазах, у тебя еще есть... Да-да, он и про улыбку говорил. Ты для чего замуж вышла, Лика? Принудили. Никто тебя не принуждал. Принуждали. Учили. Это хорошо. Это плохо. До тех пор учили, пока я забыла, что мне самой надо. Мне. Лично, отдельно от других. Да я вообще о себе забыла. О человечестве стала думать. На самом деле думать-то ни о чем не могла. Потому что какие уж тут думы, если человек себя отдельно от других не сознает. Потом ему говорят, хороший парень, судьба, не пропусти. Надо иметь семью, надо устроить жизнь, надо. А что мне от этого надо? Мне что? Мне зачем это все вот такое, какое я есть? Зачем мне вообще хороший парень? Он ведь и вправду неплохой, но мне-то зачем? Мне-то как раз может быть лучше. Плохой. Тот, который для других плохой. А про сына он тебе не говорил? Что ему отец нужен? Саше 3 года, его еще на ноги ставить. Ему отец нужен. Сашу не трогай. Моя вина перед ним с того дня, как замуж вышла. А вышла, живи. Расплачивайся. Это не расплата. Это еще большая вина. Из-за нее сын потом будет расплачиваться. Когда увидит, на какой долг его обрекли. Не спросясь, по рукам и ногам связали, счастье ему свое отдали. Ты наша жизнь, сынок. И давай, мол, сынок, отрабатывай. Нет, нет, нет. Детей надо рожать от любимых. А была дура и ошиблась, так не увеличивай вины обманом. Это обман жить с мужем, которого не любишь. И этот обман на сына. Из-за тебя, мол, сыночек, всю жизнь врали. Чтоб тебе потом хорошо было. Хорошо. Чтобы семья сохранилась, чтобы хорошо было. А где семья? 5-комнатная квартира, семья. А ты нашу мать спроси, где семья? Она 40 лет с отцом прожила. Что думаешь, любовь? Ты ее спроси. Ради нас с тобой. Пропали бы мы без отца. А как мать вышла за него, знаешь? Мужчин в доме не было, пахать было некому. А в войну мать из мёрзлой земли картошку руками выгребала. Ты не помнишь, ты не можешь помнить, тебя еще не было, а я помню. Я знаю, знаю, картошка, саха. Виновата.
виновата, что после войны родилась, что не помню, не могу помнить. Нина, отец ведь воевал не для того, чтобы мы жили, как в войну жили. И мать не для этого картошку выгребала из земли. Лика. Лика, моя маленькая. Я приехала, чтобы помочь тебе. Я знаю жизнь лучше. Хотя бы потому, что у меня уже 10 лет муж, семья. Ты мне поможешь, если поймешь. Я не ухожу, я ушла. Уже ушла. И ничего измениться больше не может. А я тебе говорю, что может. Все изменится, и никуда ты не ушла. Ты знаешь, Нин, я даже завидую тебе. Какая в тебе уверенность? Это вероятно, что я тебе с детства в рот смотрела, всегда тебя слушала. Вот ты и стала теперь такая уверенная. А ведь тоже от сахи живешь. С матерью вместе в деревне на жмыхе сидела. Ее страхом живешь. Маму не трогай. Пойми, я наконец живучая. Своей жизнью буду жить, своей, неповторимой, той, которую ждала с детства, с юности, ради которой пришла в этот мир. Ты пришла в этот мир, чтобы бросить мужа и стать любовницей кинорежиссера? Оригинальная, исключительная, неповторимая жизнь. Неповторимая. Нина, я понимаю. Ты мне добра хочешь, от добра все это говоришь. Я понимаю. Ну, как мне тебе объяснить? Ну, это же невозможно объяснить, Нина! Это невозможно объяснить! Надо, чтобы ты его видела, понимаешь? Если бы ты его знала, если бы ты его хоть раз увидела! А ты фотографию покажи. Нет фотографии. Как же ты обходишься без его фотографии? Это действительно оригинально. Как обхожусь без фотографии? Я сейчас тебе расскажу. Знаешь, у него, как у больших городов, когда по телефону автомату звонишь, код. У Москвы единица, а у него 6 цифр. Но берешь и слышишь его голос. Так вот, очень неудобно, что у нас дома телефона нет. Может быть, когда дадут новую квартиру. Я уже стала думать об этой новой квартире, потому что мне телефон будет. Даже ходила в райсовет узнавать. Ты представляешь, я ходила в райсовет узнавать. Вот, вот так постепенно и станешь нормальным человеком. Ну, что тебе сказали в райсовете? А в райсовете сказали, что дом скоро будет готов. Но ко мне он не имеет никакого отношения. Правильно сказали. А я оставила заявление. Расхожусь с мужем и прошу прописать. В аварийный дом не прописывают. Да. Но я тебе про телефон хотела рассказать, как вместо фотографии телефон. У него код. Нет, это я уже говорила. Я на чем остановился? Ах, на том, что звонить трудно. Телефоны, сама знаешь, почти все не работают, так что приходится весь город объездить, прежде чем удастся позвонить. Нет, это не так. Сначала я собираю 2-копеечные. Все в театре знают, если 2-копеечные, надо дать мне. Даже Саша знает. 2-копеечных надо много, потому что неисправные автоматы их обратно не возвращают. Потом я... Иду звонить. На площади редко очень работают автоматы. И я иду на телеграф. Но на телеграфе очень много народу. У меня не хватает терпения ждать. Я сажусь в троллейбус. И еду на вокзал. На вокзале лучшие в городе автоматы. И там все торопятся. И говорят быстро. На вокзале в телефонной трубке раздается гудок. Тоненький, хрупкий. Я каждый раз боюсь, что он сейчас прервется, и я уже снова не сумею набрать. Гудок звучит очень долго. Видно, телефон далеко от него. Потом он прерывается. И я слышу его голос.
Знаешь, я до сих пор не понимаю, как это происходит, что я вдруг слышу его голос. Он не кричит. Он говорит тихо. А я слышу. Целый день с утра думаю я о нем. Нет, не думаю, это не так. Я вспоминаю. И не вспоминаю. Что-то другое. Я не думаю и не вспоминаю. Я чувствую. Я чувствую, что он рядом. Я взгляд его чувствую. Вот знаешь, как бывает, когда тебе кто-то в спину смотрит, а ты чувствуешь, но ты оборачиваешься и видишь, кто. А я оборачиваюсь. Никого нет. Это вот тоска такая. И уже думаю о нем как о чем-то несбыточном. Как будто бы видела его в последний раз не вчера, не утром на съемке, а год назад. Какой год? 100 000 лет назад, в какой-то другой жизни. И не верится, что могу опять его увидеть, что такое возможно. И лицо его вижу, и голос слышу, и чувствую, что это мистика, наваждение какое-то, что нужно бежать от всего этого, иначе можно с ума сойти. И бегу звонить. И пока бегу, все еще не верю, как будто бы бегу только для того, чтобы увидеть, на всякий случай проверить, а вдруг есть. И вот сейчас услышу его голос. Вот слышу. Допустим, что все это так. Я даже не сомневаюсь, что все это именно так. Я уже говорила, твоя искренность меня пугает. Ты сходишь с ума, бросаешь мужа, ездишь на вокзал, чтобы позвонить. А почему ты ездишь на вокзал, чтобы позвонить? Вместо того, чтобы просто зайти к нему домой. Или он живет за городом? Нет, что ты, он живет совсем близко, на соседней улице. И ты ездишь на вокзал, чтобы позвонить на соседнюю улицу? Ага. Послушай, сестра, а может быть, ты просто сошла с ума? Может быть. Лика! Я не валяю дурака, Нина. Я в самом деле не знаю, может быть, я сошла с ума, может быть, так бывает. Ты ведь тоже не знаешь. Хорошо. В таком случае выходи за него замуж. Как замуж? Очень просто. Я надеюсь, ты еще не успела забыть, как выходит замуж. За него замуж? Ты что, не хочешь выйти за него замуж? Господи, да при чем здесь я? Вот как. Ты ни при чем. Дожили. Нина, ему некогда об этом думать. Ему некогда. Брак хлопотное дело. Хлопотное. Очень хлопотное. Нина, если хочешь знать, брак вообще устарел. Надо что-то новое придумать. Я не знаю, ну вот как Чехов женился. Женимся, говорит, только не будем жить под одной крышей. Будем встречаться. Так где же вы встречаетесь? Ты к нему не ходишь, только звонишь. Дома у него, вероятно, отец, мать, сестра. Сестры нет. Отец и мать. Еще лучше. Единственный сын. Может быть, он приходит к нам? Не приходит он к нам. Так где же? На острове Пасхи. В Тихом океане. Так, я хочу поговорить с ним. Незачем с ним говорить. Ошибаешься, есть зачем. Хочу узнать, кто же это так профессионально морочит тебе голову. Устарел брак. Меня только одно удивляет, как ты можешь позволить какому-то негодяю издеваться над тобой. Я тебя очень прошу, сестра, не называй его так. Извини. А, кстати, как мне его называть?
Я надеюсь, у него хоть что-нибудь земное осталось, хотя бы имя. Ты хочешь знать его имя, чтобы говорить с ним? Чтобы насладиться его звучанием. Байрам. 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 Байрам, 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 байрам. Не поясничай. Ты хочешь его узнать? Дерева вы мои, дерева. Вам головы гнуть, горевать, до беды, до поры шумны ваши шатры, терема, 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 до беды, до поры шумны ваши шатры, терема, терема, терема. Волнуем и вечно томим колыханием, дыханием земным, что ни день, то весна, что ни ночь, то без сна, зелено, зелено, зеленым, что ни день, то весна, что ни ночь, то без сна, зелено, зелено, зелены. Что это значит? Эту песню написал он. Он? Как ты сказала ему? Эту песню он? Прекрасно. Да. Да, он. И слова, и музыку. Я понимаю, Нина, тебе трудно поверить. Я говорила, все дело в нем, в том, кто он. Прекрасно. Нам с тобой повезло. А я уже, дура, стала бояться, что не сумею тебя убедить. О чем ты? Прекрасно. Это прекрасно. Ну, теперь все просто. Проще простого. Господи! Какое счастье, что все именно так случилось. Что именно эта песня. Какая удача. Я только что рассказывала тебе о себе. Вернее, о нем. Ну, так вот, эту песню написал он. 10 лет назад, за несколько дней до того, как мы расстались. Может быть, именно поэтому я ее так и запомнила. Ведь я помню все его песни, но неважно, дело не в этом. Теперь ты видишь? Что я вижу? Это же проходимец, авантюрист, негодяй. Негодяй, который может присвоить даже чужую песню. Нина... Эту песню написал он. Давно. Может быть, и 10 лет назад. Теперь все знают. Пластинка уже вышла. Что с тобой? Я тоже сказала, что он режиссер. Снимай.
снимать фильм. Он писал мне об этом в последнем письме. Он о тебе писал. Обо мне? Да-да. Он о тебе писал. Теперь я понимаю. Он писал, что он нашел актрису. О ком ты говоришь? Это его песня. Та, которую ты пела, когда я вошла. Я сразу узнала. Он написал ее 10 лет назад. Он? Дерева, вы мои дерева. Что вам головы гнуть, горевать? До беды топоры, шумны ваши шатры. Терема, терема, терема. До беды топоры, шумны ваши шатры. Терема, терема, терема. Я волнуемый вечно томим колыханьем, дыханьем земным. Что ни день, то весна, что ни ночь, то без сна. Зелено, зелено, зеленым. Что ни день, то весна, что ни ночь, то без сна. Зелено, зелено, зеленым. Мне бы броситься в ваши леса, убежать от судьбы колеса, где внутри ваших крон все малиновый звон, голоса, 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 где внутри ваших крон все малиновый звон, голоса, голоса, голоса. Идет этот поезд. К этой песне в прошлое. Или как 10 лет назад увозит меня от любви. Вы любили друг друга? Ты знала его раньше? Теперь нам надо все очень трезво решить. Надо быть еще спокойнее. Ты только не волнуйся, сестра, и я не буду волноваться, и не обижайся на меня. Я не понимаю, что случилось? Вы когда-то любили друг друга? Ну так что ж, тогда не было меня, все совершенно ясно. И у меня не может быть обид. Даже наоборот, мне жалко тебя. Прости, я хотела сказать, что наоборот, мне обидно, что у тебя так вышло. То есть... что ничего не вышло. Вышло у меня или не вышло, я свое получила. Теперь важно, что будет у тебя. То, что есть. У тебя ничего нет. Ты так думаешь? Уверена. А тебе не приходит в голову, сестра, что это ревность? Теперь нам труднее говорить. Я предупреждала, надо быть спокойнее. Но все равно... не для того я тогда избежала ошибки, чтобы теперь совершила ее ты. Ты действительно не жалеешь? О чем? Нет, ты не любила его. Ты это сказала как врач. Ничего страшного. Знаешь, почему ты сейчас так говоришь? Именно сейчас, когда узнала, кто он. Ведь несколько минут назад ты уже соглашалась, что я выйду замуж, а сейчас не хочешь. Ревность. Нет, это я глупость сказала, это сорвалось с кончиков нервов. Все сложнее. Ты должна знать, что ты тогда поступила правильно. Ты должна быть уверена в этом. Иначе все, что у тебя есть, рассыплется. Если ты тогда поступила неправильно, у тебя ничего нет. Нет ничего. И
Никогда не думала, что в тебе столько жестокости и эгоизма. Впрочем, в тебе слишком много доброты, наверное, поэтому для равновесия должна быть жестокость. То, что я тогда отказалась, я ни о чем не жалею. Слышишь? Ни о чем не жалею. Ни о чем. Ты не любила его. Послушай, давай наконец вспомним, что речь идет о тебе. У меня действительно ничего страшного. Уже давно, 10 лет. А у тебя? Ты, конечно, уверена в том, что ты все понимаешь. Даже свои чувства. Я не понимаю свои чувства. Я их открываю. Я открыла то, что во мне уже было, что всегда во мне было. С самого начала, с рождения, до рождения. Я не знаю, как тебе это объяснить. Я очень хочу тебе это объяснить. Что ты открыла, глупенькая? Что ты открыла? Желание любить, у кого его нет, жить любовью, раствориться в любви. Кто через это не прошел? Это открывают все. И не в 25 лет, как ты, а в 16, ну в 20. А в 25 уже закрывают. Да-да, закрывают. Знаешь, как цветок расцветает ненадолго на какой-то даже миг, потом вянет, закрывается. Уже навсегда. Вот так человек так цветет. Всего один раз в жизни. А потом должен примириться. Найти мужество, примириться с тем, что неизбежно. У тебя все произошло наоборот. У тебя затянулась юность. Ты вышла замуж в 18 и влюбилась в 25, поэтому тебе сейчас предстоит закрыть то, что ты так поздно открыла. Поэтому, вероятно, тебе трудно. Вот поэтому я приехала, чтобы тебе помочь. Помочь закрыться? Юности не ждут, сестра, ее только вспоминают. Господи, юность — это дар. Человеку всю жизнь даются дары. Сначала самые дорогие – детство, юность, потом подешевле – зрелость, потом старость, потом только способность двигаться и видеть – это тоже дар. Самый счастливый тот, кто на всю жизнь сохранит детство. Для этого надо много доброты, но тот, кому не хватит доброты на детство, может еще сохранить юность. Это тоже счастье, тогда всю жизнь можно любить. Тогда всю жизнь можно любить. Все он тебе сказал. Нет. Это сценарий. Из моей роли. Я иду по ночному городу, и какой-то пьяный студент идет рядом и болтает что-то о конце мира, о том, что иссякла доброта, и нет больше праведника, готового взять на себя грехи, о многом другом в этом же роде, о том, что нет любви. А потом под утро, когда мы так блуждая поднялись на старую крепость, и внизу над городом стало солнце, он вдруг признается мне в любви. И он не понял, что всю ночь я была не с ним. Сначала мы поднимались на старую крепость. Крепость в конце, в самом финале. Ты права, не крепость, церковь. На стене крест. И в углубление рядом с крестом надо вложить камень. Вот если камень удержится в этом углублении, не упадет, то все будет хорошо. Я никак не решалась вложить камень в углубление, боялась, что он упадет. А после крепости мы шли по узким старым улочкам и останавливались в одной мастерской. Это была часовая мастерская. Потом мы стояли у парапета набережной и смотрели в воду. И называли вещи, которые уносила река. Ветка, доска, детский мяч, старая покрышка. А однажды река унесла куклу. Господи, и это есть в сценарии. Потом мы стояли у ворот университета, пока не раздавался звонок. И я бежала, а он кричал вслед.
спрашивала, когда кончится лекция, чтобы ему прийти. Нет. Университет в начале. С этого начинается фильм. Я прохожу мимо университета и вспоминаю. И ко мне пристает этот студент. А крепость в финале. Нет, нет, нет. С университета все начиналось потом, когда он приходил после лекции, мы с ним шли в кино. И просиживали несколько сеансов. Этого в сценарии нет. Но это было. В сценарии этого нет. Это было, было. Это было. Он мне писал. Все это время. По праздникам. Все 10 лет. Ты все это придумала. Ты его не знаешь. Ты придумала ради меня, чтобы спасти меня. Ты же спасать приехал. И ты теперь молчи. Ничего не говори. Я о нем тебе расскажу. О том, как я узнала, что он уже вошел в мою жизнь. И не в моих силах это изменить. Не в моих. И не в чьих. Я тебе сейчас расскажу. Чтоб ты, наконец, поняла. Чтоб знала. Помню даже, как лежали в этот день тени. Солнце слева над вершинами. Прямо Давидова гора. На ней в розовых облаках телевизионная вышка. Солнце высветило только левый склон горы. Справа из черной пазухи горы высунулась церковь. Лучи коснулись купола. Только купола. И он сияет один на темном правом склоне горы. От этого и не от этого стала думать о церкви. И вспомнила, что там, в церковной стене, могила Грибоедова. Сам он рядом, на каменном пьедестале на набережной, смотрит прямо перед собой через Куру, туда, где его могила. И в том же склепе могила его Нины. Она любила его всю жизнь. После его смерти никогда больше не вышла замуж. Когда его убили, ей было 16 лет. На его могиле она написала торжественные тихие слова. Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Ну зачем пережила тебя любовь моя? Мы случайно оказались около этого памятника, проводились пробные съемки, а здесь все было просторно, и ничто не заслоняло солнце. Но увидев гору и церковь, и памятник, и вспомнив о могиле, о надписи на ней, я вдруг впервые подумала, что все это, то, что сейчас происходит, не случайно. И ведет меня к чему-то настолько важному, что судьба даже не заботится о том, чтобы скрыть себя. Близился вечер. Времени на изобретение этюдов не оставалось. Он стал говорить первое, что приходило ему в голову. Говорил быстро, не останавливаясь. Я должна была отвечать ему на это молча. Выражением лица, жестами. Вон там, около самой вышки, вы сидели с тем, кого вы любили. И теперь эта вышка для вас веха, знак любви. Я смотрела на эту вышку. И вдруг ясно представила под ней себя. Рядом муж. Тоненький, благополучненький. С красивым бедным лицом. Сидит рядом, уговаривает меня вернуться. Пугает тем, что пропаду одна с сыном. Что все равно в конце концов вернусь. Но будет уже поздно, он не примет меня. Что пора становиться взрослой, браться за ум. Словом, все то, что я сама могла сказать. За него, представляя его рядом. А я его не слушаю. Только смотрю вверх.
на плывущую вверху мачту. А она валится среди облаков, наклоняется в разные стороны. И кажется мне, что это я плыву куда-то, и от мужа, и от старого аварийного дома. А корабль идет по горам, и солнце его озаряет, и ветер в мачте гудит. И такая радость меня вдруг охватывает, как будто бы решились разом все мои трудности. И я уже знаю, как делать, как быть, что делать, и уже живу по-новому. До сих пор не понимаю, что со мной тогда произошло. От слов его, или от своего воображения, или просто наваждения. Ясновидящей стала. Видела все, что со мной скоро произойдет. Я не заметила, как съемка кончилась. Солнце село, поехали домой. По дороге в машине я сказала. Я не играла, я правдивой была от того, что о своем думала. Я тоже о своем думала, сказала. Потом, уже дома, я поняла, что в этот вечер, сам того не сознавая, он впустил меня в свое прошлое, вытесняя всех, кто был там до меня, вытесняя. И ничего у него не могло уж быть без меня. Ничего и никого. Он писал мне все эти 10 лет. Последнее письмо было неделю назад. Но я ни на одно не ответила, ни на одно. Почему? Не знаю. Мы сидели под самой вышкой, я смотрела вверх. У меня кружилась голова, и он говорил. Нет, никто больше не мог сидеть так там. На том месте. И письма. Вот они. За 10 лет. Они всегда со мной. Чтобы случайно не попались на глаза. Мужу может быть неприятно. Он подумает, что я отвечала. Я не отвечала. А вот и это письмо. Последнее. Без тебя, без этой возможности писать тебе хотя бы по праздникам, хотя бы раз в год. Ведь никто не увидит в этом ничего предосудительного. Да и что может быть предосудительного, если ты ни разу даже не ответила? И все-таки без этих писем, без этой возможности прикоснуться к тебе, я не мог бы прожить эти годы. Не надо. Нет, это хорошо, что так все случилось. Теперь у тебя откроются глаза. То он пишет мне. Мне. Из-за него ты уходишь от мужа? Я уходила все 5 лет. Все-таки ушла именно теперь, когда... Да. Да, мне помог фильм. Ведь о чем фильм? Нельзя жить без любви. Я до этого не решалась, я не находила сил. Потом, когда стала играть, нет, не роль. В роли жены я была все эти 5 лет, в роли плохой жены. Я не могла больше так жить. Я все равно бы ушла от... Все не могут, все прекрасно живут. И ты? Что я? Ну что? Ты тоже прекрасно живешь.
Меня сейчас волнует, как будет жить моя сестра. Конкретно. Как и где. Ты не из тех, кто может делить себя между мужем и любовником, поэтому ты уходишь от мужа. Но теперь ты должна вернуться. Муж поймет. А может быть, он еще ничего не знает. Почему он тебя тогда не остановил? Тебя надо было остановить. Почему он не догнал поезд? Но и потом он мог приехать, когда тебе стало трудно. Он должен был знать, что тебе будет трудно. С ним нельзя было строить жизнь. Он всегда был идеалистом, всегда. Мы сейчас говорим о тебе. Из-за него разрушается твоя семья. Он воспользовался твоей неопытностью. О чем ты говоришь? Он воспользовался неопытностью девчонки. Устарел брак, видите ли. А кто его просит жениться? Мы хотим только одного, чтобы он оставил тебя в покое, наконец. И не только тебя, а всех нас. Мы простые люди, мы хотим рожать детей, мы хотим спокойно их растить. Для этого нам нужна крепкая семья и деньги, и благополучие. Да-да. Все это для нас важно, очень важно. Важнее его философии. Что он тебе может дать? Что? Еще один фильм? Или песенки, которые он писал мне и пел мне? А ты хочешь отдать ему всю свою жизнь, да не только свою, сына, родителей, мужа, в конце концов, и его жизнь разбивается. Замолчи! Прости, но сейчас нужно говорить все очень ясно. Даже то, о чем не говорят. О чем говорить? О чем ты еще хочешь говорить? Бывает в жизни человека равновесие, когда он сам решает свою жизнь. Вот у меня было 5 лет равновесия, а потом все решилось. Нет, я сама решила. Он мне только помог. И фильм помог. Вот именно фильм помог. Да неужели же ты не видишь ничего, не хочешь видеть? Вот эти письма, он писал их мне. Вот это письмо. Вот, он писал его при тебе, когда ты уже была, когда вы встречались, когда у вас уже все было. Это с ними случается. Художественная натура. Все сложно простому человеку не понять, где уж там. А на самом деле элементарная пошлость. Вранье, да-да, вранье. Эти письма. Единственное, что у тебя есть и было. Все эти 10 лет, чем ты жила, ведь берегла, читала, перечитывала, слезы лила. А у нас ничего не было. Ничего нет и не было. Он ничего не подозревает, я для него только актриса. Не может быть. Он в самом деле ничего не подозревает. У вас ничего нет. Не было. Вот так, сестра, вот так. А теперь я тебя хотела попросить. Ты сказала, что в этом последнем письме обо мне есть. Ну, что ты поняла, что это обо мне? Пожалуйста, прочти мне только то место. Прочти. Прочти все. Нет, я не хочу все. Я хочу только то место.
пожалуйста, ты прочти. Сейчас. Все-таки без этих. Нет, сейчас. А, вот. Я искала актрису, похожую на тебя. Ибо кто не похож на тебя, тот хуже тебя. Я нашел. Не хочу пока называть, ты увидишь ее на экране. Она похожа на тебя, очень. Она — это ты. Но она не боится жизни, и она не может отказаться, даже если бы я умер. Она сыграла все это. Я не мог ей этого рассказать. Она нашла все сама в себе. Она сыграла женщину, которая лучше тебе. Нет, не лучше. Свободнее, она свободнее. И все же, если теперь через 10 лет позовешь, ну это уже на другом. Лика, что с тобой? Лика! Лика! Лика, милая, это он пишет мне, Лика! Ну вот смотри, смотри! Ну смотри, я рву это письмо. Вот! Вот! Вот, смотри! Какое ты имеешь право рвать его письмо? Кто дал тебе это право? Я спрашиваю тебя. Уходи, уйди. Уезжай. Кто тебя звал сюда? Мать звала. Что ты натворила? Ну что вы все тут натворили? Сейчас все пройдет. Все уже успокоился. Ты тоже не волнуйся. Я сейчас все спокойно скажу, все. О чем я думала, пока ты читала. Ведь из-за чего все? Из-за того, что ты уехала. Тогда. 10 лет назад. Ты просто намудрила, сестра. Ты ошиблась. Но ты уже знаешь, что ошиблась. Ты знаешь. Я это сразу почувствовала, как только мы с тобой говорить стали. Я поняла, что тебе плохо, пусто. Господи, как могло быть хорошо? Пусто. Без любви жить. Глупо, не нужно. Бессмысленно. Нет, нет, это я не о себе говорю, Нина, это я о тебе говорю. Зачем жить пусто? Ну, была ошибка. Может быть, и не твоя ошибка. Была ошибка, но ведь никто не умер. Все живы. Значит, можно исправить. Ведь как надо все решить? Надо представить, что вот ты умер. И что бы ты сделал, если бы снова стал жить? Это тоже его слова. Он меня этому научил. Меня многому научил. Я ему за это всю жизнь благодарна буду. Я сейчас о другом. Ты прости, сестра. Прости, я тебе много злого сказала, Нина. Это я от страха. Я уже чувствовала, что надо мной повисает что-то. От страха и от зависти, да, да, я уже завидовала. Но сейчас это не важно. Нина. Нина. Сейчас только надо, чтобы ты вместе с ним к твоему мужу поехала. Все ему рассказала, все. Он поймет, он умный.
передовой интеллигенции. Прости, я пошутить хотела. Мы такие мрачные, а все к лучшему. Он поймет, он давно должен был понять, что тебе плохо. Ты мне верь, сестра, я сейчас правильно говорю. Ты подтверди, что я сейчас правильно говорю. Ты с ума сошла. Ты действительно сошла с ума. У меня семья. У меня муж, великолепный муж, у меня дочь. У меня прекрасная, великолепная работа, лучшая в 20 веке работа. Я живу очень хорошо, слышишь, очень хорошо, и никого я не люблю. Ничего я не хочу больше, ничего не хочу, ничего. Ты неправду говоришь. Девчонка ты, дурочка. Ты еще не знаешь, что жизнь не от нас зависит, что у жизни свои законы. Законы не переступишь. Ты что хочешь делать? Ничего не говори больше. Ничего больше не говори. Спой еще раз эту песню. Эту. Я прошу тебя. Я ухожу. Я сегодня же уеду к себе. У меня дом, у меня семья. С тобой это что будет? С тобой одна в этой хибаре с двумя стариками, да с твоим умом. Нет. Нет, нет! Вы уедете вместе. Я сейчас пойду к нему, как я раньше не догадалась. Я пойду еще не поздно, вы уедете вместе. Не надо, не надо, не надо, не надо. Маленькая, родная моя, не надо, ничего не надо. Уже поздно. Уже поздно. Все, сестра. Все. Все. Я не могу больше. Я ничего не могу. Я ничего не могу. Я не могу ничего. Родная моя, солнышко, ты только не сдавайся. Ты не сдавайся. У тебя все будет. У тебя будет все. Вот ты увидишь. Ты увидишь. Ты,
Ты святая, ты только не слушай никого, никого не слушай, ты не слушай. Мы все мизинца твоего не стоим, разве мы живем? Мы существуем, мы умираем медленно, и так нам и надо, так нам и надо, так нам и надо. У меня больше ничего не будет. Никогда, никогда у меня ничего не будет. Это уже... У меня нет сил. Как странно, что это... Плачешь ты, а не я. Дерева, вы мои дерева, что вам головы гнуть, горевать, до беды, до поры, шумны ваши шатры, терема, 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 до беды, до поры. Шумны ваши шатры, терема, терема, терема. Я волнуем и вечно томим, колыханьем, дыханьем земным. Что ни день, то весна, что ни ночь, то без сна, зелено, зелено, зеленым. Что ни день, то весна, что ни ночь, то без сна, зелено, зелено, зеленым. Мне бы броситься в ваши леса, убежать от судьбы колеса, где внутри ваших крон все малиновый звон, голоса, 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 где внутри ваших крон все малиновый звон, голоса, голоса, голоса. Говорят, как под ветром трава, не поникнет моя голова. Я и верить бы рад в то, о чем говорят. Да слова, все слова, все слова. Я и верить бы рад в то, о чем говорят. Да слова, все слова, все слова. Ах, вы рощи мои дерева, не рубили бы вас на дрова, не чернели бы пни, как прошедшие дни. Дерева, вы мои дерева, не чернели бы пни, как прошедшие дни. Дерева, вы мои дерева.